Ничего не вижу, ничего не слышу. Я пришел под объявлением в газете. Тут требуется продавец. С кем вы говорите? Чего ты притворяешься, как будто у тебя 100% зрение? Ты же знаешь, это слепой как дрот. Ты, кретин, идет. А это ты мне говоришь, болван? Подожди, я сейчас взгляну, кто это. Иди ты. Да, правда, слепой. А ты что, глухой, что ли, нахрен? Да, да, я нахрен глухой. Все равно, что ты старался притвориться белым. А по-твоему, я не белый, что ли? О, боже мой, перестань. Скажи мне только еще одно слово, срань такая. Скажи еще одно слово. Ты, кретин вонючий. Ну, давай, давай. Мне просто покажи, в какую сторону идти. Показать тебе? Что, с ума сошел? Возьми свою палку. Вы не поможете мне перейти улицу? Да, возьмите меня за руку. Ну вот и все. Большое вам спасибо. Да ну что, зачем вы меня благодарите, сэр? Я буду слышать шум и идти за тобой. Хорошо, хорошо, впереди, вперед, я за тобой. Так. 11. Более я тебе буду указывать направление по стрелкам часов, понял? Так. Лево. Так. Так, час. Так. Хорошо, хороший удар. 12 часов, так. Так. Подожди, а где моя... Эй. О, боже мой. Не с места! Ты что, держишь пистолет в руке? Да, держу. Брось его скорее, брось! Он не мой любовник. Гонорея, гонорея, какой ужас! Нет, нет, только не это. Да, все, пора выходить. Да не смотри на меня, смотри на дорогу. А мне все равно куда смотреть. Если тебе больше нравится, могу смотреть на дорогу. Правее! Там рычажочек, отодвинь кресло. Что случилось? Коровы. Коровы, коровы, коровы. Тормоза, жми на тормоза. Ваше время истекло, мистер Король. Если я должен умереть, то я хочу, по крайней мере, чтобы мой друг сказал мне, который час. 11:15. 12. Посмотрю, может быть, я сама найду то, что мне надо. Я не знаю, что вы ищете, но вот то самое чуть-чуть правее. Разыскивается. О, нет. Назад, назад, более назад. И поворот. И раз, два, три. И поворот. Я сам справлюсь без тебя. Мне не нужен ни ты, ни кто, и ни хера мне вообще не нужно. Очень хорошо. Ну, подожди, подожди. Ну, чего мы с тобой раздухарились? Счастливо провести время. Вы забыли поставить машину на ручной тормоз. Дейв, его нужно как-нибудь выманить из комнаты. Я сейчас выманю, а ты, главное, возьми монету. Ты не ушибся, Дейв? Слышишь, бля, говно сраное, гандон вонючий. Нет, поц, я глухой. Дошло до тебя или нет? Я глухой. И скажите мне первое, что вам придет в голову. Сиська. Так, все, не с места. Отойди от стола, а не то вышибу мозги. За последние 8 лет это самый мой приятный контакт с женщиной. Пока, дорогая. Встретимся в другое время, в другом месте. Встретимся. Да что ты делаешь? Не знаю, я слепой. Но я ходил на курсы для слепых. Нас учили, что сначала нужно пощупать. Сигнализация, там сигнализация, сигнализация. Нет, 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 нет. Капитан Ракет, вы мудак. Я к тебе отношусь с такой любовью. У меня есть ты рядом.